Брасовская земля отметила День дома Романовых торжествами на площадке дворцового ансамбля и крестным ходом в память о великом князе Михаиле Романове. В поселке Локоть Брянской области в честь этого события состоялось ежегодное праздничное мероприятие. Ровно 8 часов утра молитвенное шествие, которое в этом году насчитывало более 300 человек, двинулось от стен Древнеплощанской обители. Среди святых икон, которые с богоговением несли паломники, была и Казанская икона Божьей Матери. Именно казанский список чудотворного образа иконы был унаследован великим князем Михаилом Романовым, который сопровождал его на всем жизненном пути вплоть до момента его мученической кончины. Почтить память своих царственных родственников прибыла Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова Тихона Куликовского-Романова, родного племянника императора Николая II. Конечным пунктом шествия стал храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, поселка Локоть, где был совершен молебен святым царственным страстотерцем. Сегодня мы стоим у храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это единственный храм Брянской епархии, посвященный памяти святым страстотерцам. Это действительно место, где, как говорится, в тропаре сегодняшнего праздника святые царственные страстотерцы предстоят в ризах белых у престола Божия и выну молятся о нас Всевышнему. Они молятся за весь род человечества.